Доходы югорского бюджета в этом году вырастут. Накануне заседания правительства округа внесли корректировки в главный финансовый документ региона. Казна пополнится больше, чем на 1 миллиард рублей. Это произошло благодаря изменению норматива зачисления в казну региона акцизов на горюче-смазочные материалы. Кроме того, произошло перераспределение между региональными бюджетами доходов от акцизов на крепкую алкогольную продукцию. Расходная часть окружного бюджета увеличилась на эту же сумму. Средства направят на ремонт и строительство дорог, формирование современной городской среды и благоустройство населенных пунктов, а также на приобретение жилых помещений для детей-сирот и профилактику лесных пожаров. Дефицит бюджета остается в запланированном ранее коридоре и размере, с сокращением его 18-19 годы. Но будем рассчитывать, что эти предложения создадут условия для выполнения всех обязательств, вернее, не повлияют на условия по выполнению всех принятых бюджетных обязательств и по доходной, и по расходной части окружного бюджета.